Особую категорию вещей в гражданском праве составляют деньги и ценные бумаги как инструменты закрепленных в них прав. Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 1 февраля 2016 года номер 79 срок обращения чеков имущества установлен по 30 июня 2019 года. Все нюансы использования чеков имущества узнаем прямо сейчас. Чековая приватизация в нашей стране начиналась с принятия закона Республики Беларусь об именных приватизационных чеках, который был принят в 1993 году. Гражданам Республики Беларусь подлежат выдаче чеки. Такие чеки выдавались до 1 июля 1997 года. Граждане, которые не воспользовались этим сроком, не получили на руки, имея на руках квоту на какое-то определенное количество чеков, они уже их не получат и не смогут воспользоваться теми подходами, которые заложены законом. Возможность их продажи, дарения, завещания и, самое главное, это возможность их обмена на акции открытых акционерных обществ, созданных в процессе преобразования республиканских унитарных и коммунальных предприятий в открытые акционерные общества. Самый выгодный способ использования чека на текущий момент – это, конечно, обмен их на акции открытых акционерных обществ, так как именно этот способ дает возможность гражданам получить доходы на акции в виде дивидендов. У каждого гражданина, который воспользовался правом получения чеков имущества, имеется на руках сертификат именных приватизационных чеков имущества. Именно с этим сертификатом и паспортом гражданин должен пойти в любое обособленное подразделение открытого акционерного общества «Сберегательный банк Беларусьбанк». И в том подразделении он сможет, предъявив названные документы, осуществить обмен. Обменять можно только на акции тех предприятий, которые находятся в обмене, в том учреждении, где у него открыт чековый счет. Более 800 тысяч человек в области получили чеки имущества. Это более 70 миллионов. Сегодня на руках у них осталось 25 миллионов чеков. Сегодня область наша представлена довольно большим количеством предприятий, 25 предприятиями. Это по сравнению с другими регионами республики наибольшее количество. Выбор достаточно широкий. У граждан есть возможность определить свой выбор самостоятельно и вложить свои чеки в предприятия торговли, сферы услуг, строительного комплекса, агропромышленного комплекса. Необходимо также отметить, что большинство предприятий выплачивают дивиденды. Так что жители, которые сегодня смогут обменять свои чеки, они вполне возможно получат дивиденды уже тоже в этом году. Итак, обобщим. Если вы являетесь владельцем именных приватизационных чеков Республики Беларусь, то имеете ряд прав их использования. Переоформлять другому лицу, обменивать на акции открытых акционерных обществ, либо передавать наследство. При этом специалисты выделяют самый выгодный способ использования чеков. Это обмен на акции открытых акционерных обществ. Обменять на акции можно лично начисленные чеки, а также не более 250 подаренных близкими родственниками. Спешите, срок обращения чеков имущества установлен по 30 июня 2019 года. Более подробную информацию о чеках имущества можно получить на сайте фонда «Гомель облимущество» либо по телефону в Гомеле 70 13 15 70 13 68. Не ограничивайте свою собственность, пускайте ее в обращение, и тогда ваше имущество будет увеличиваться. С вами была передача «Имущество». Мы говорим о том, что актуально.